Сильный ветер, обильные осадки и резкое снижение температуры – сюрпризы природы, которым жители полуострова были явно не готовы. Появление снега в конце октября многих застало врасплох. Автомобилисты оперативно переобуваются на зимнюю резину, а пешеходы достают из шкафов теплые вещи. По словам метеорологов, в Крым пришел холодный арктический фронт. Кучево-дождевая облачность была вызвана встречей атлантического циклона и теплого морского воздуха. Несмотря на то, что сейчас за окном бушует непогода, синоптики спешат заверить – совсем скоро в Крым вернутся солнечные дни. Уже днем 2 ноября температура немножко повысится и составит 7-12 градусов. Затем последующие дни осадки прекратятся, область повышенного давления будет господствовать над Крымом, и температура повысится до 9-14 градусов дня. До тех пор, пока столбики термометров за окном достигнут отметки выше 10 градусов, придется подождать несколько дней. Пока на территории республики сохраняется крайне нестабильная обстановка. Автомобилистов просят воздержаться от посещения горной местности. К примеру, 30 октября на Ангарском перевале выпало порядка 40 миллиметров осадков. В снежную ловушку попали не только автомобилисты, но и пассажиры общественного транспорта. Из-за падения деревьев были повреждены линии электропередач, в связи с чем троллейбусное сообщение приостановилось. Очевидцы также сообщали о массовых случаях ДТП. Все, уже сзади меня два ДТП на перевале. Вот машинку развернула. Как утверждает начальник отдела метеопрогнозов Крымского гидрометцентра, 1 ноября вероятны осадки в виде дождя и мокрого снега. Ночью температура воздуха опустится до минус 4 градусов, днем от 2 до 7. Мы поинтересовались у жителей столицы, были ли они готовы к таким резким изменениям погодных условий. Нормально, я считаю, по этому времени года. После того, как мы пережили такое жаркое лето, но осень у нас была хорошая. Как считают граждане, в условиях сильного холода главное – это забота о своем здоровье. Конечно, солнечные дни еще вернутся на полуостров, но пока не стоит забывать о теплых шапках и непромокаемых ботинках. Егор Зайцев, Александр Рыбин, служба новостей ИТВ.